Добрый день, друзья! Меня зовут Александр, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. В рамках года немецкого языка и литературы в России кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений ТЮМГУ приглашает преподавателей, студентов на семинары и мастер-классы. Занятия проведут лекторы из Германской службы академических обменов. Для преподавателей, желающих повысить свою квалификацию, будет организован семинар «Мотивация обучения немецкому языку на основе аутентичной литературы и видео». Студентов ждут на мастер-классах «Немецкий язык с песнями, литературой и фильмами». Заявки принимаются до 29 января, участие бесплатное. Занятия пройдут 2-4 февраля по адресу улица Ленина, 23, аудитория 508А. Начало в 9:40. Подробности по телефону 94-48-45. Вероника учится на социально-гуманитарном факультете филиала ТЮМГУ в Тобольске. Она связывает будущую карьеру с развитием паралимпийского движения, даже разработала методику оздоровительного массажа для детей. Тюменский государственный университет – университет будущего. В Тюменском госуниверситете иностранные граждане могут сдать комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Для заключения договора и оформления необходимых документов нужно обратиться по адресу город Тюмень, улица Тимофея Чаркова, 8Б. В Тюменском государственном университете открыт набор на подготовительные курсы к единому госэкзамену и государственной итоговой аттестации. Продолжительность обучения 4 месяца. По окончании выдается свидетельство установленного образца, слушатели курсов обеспечиваются учебно-методической литературой. Занятия начнутся со 2 февраля. Запись проводится по адресу улица Ленина, 25, техноцентр ТЮМГУ, кабинет 108. Подробная информация по телефонам 640134 и 640103. Андрей учится по специальности «История и обществознание» в ТЮМГУ в Тобольске. Уже сейчас он является не только автором ряда социально значимых проектов, но и председателем городского молодежного парламента. Тюменский государственный университет – университет будущего. Тюменская областная дума объявляет о начале формирования общественной молодежной палаты 5-го созыва. Обязательные требования для кандидатов – российское гражданство, возраст до 30 лет и проживание на территории Тюменской области. Перечень необходимых документов можно найти в разделе «Молодежная палата» на официальном портале Тюменской областной думы. Документы принимаются по адресу город Тюмень, улица Республики, 52, кабинет 130. Ольга – студентка естественно-научного факультета филиала ТЮМГУ в Тобольске. Она хочет стать экологом-природопользователем. А дальнейшую карьеру Ольга связывает с нефтехимией и топливной энергетикой Западной Сибири. Тюменский государственный университет – университет будущего. Тюменский государственный университет ждет в гости будущих студентов. 7 февраля старшеклассников встречают в Институте наук о земле по адресу улица Осипенко, 2, аудитория 6, начало в 12:00. График дней открытых дверей для остальных институтов есть на официальном сайте ТЮМГУ. Лариса – выпускница направления туризм факультета непрерывного профобразования филиала ТЮМГУ в Тобольске. Она руководит службой приема гостей крупного гостиничного комплекса. Лариса сделала свой выбор и достигла успеха. Тюменский государственный университет – университет будущего. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. В завершение сегодняшнего блока рекламы и объявлений хочу привести слова, произнесенные теоретиком литературы 20 века Осипом Бриком. «Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что он их говорит». Всего вам самого доброго! Thank you.